Дефицита овощей в межсезонье не будет, а цены на них отрегулируют. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана. Для решения этой задачи Бахыт Султанов посетил с рабочим визитом Таджикистан и Узбекистан. В результате было подписано 6 форвардных контрактов по взаимной поставке на сумму 3 миллиона долларов. Ожидается, что благодаря договоренностям удастся избежать дефицита овощей, а также резкого роста цен на них. Моя задача – это привести бизнесменов и наладить прямую связь между производителями, между транспортниками, транспортно-логистической системой и сетями. Мы привезли специально здесь представителей крупных сетей и крупных трейдеров, которые хотят наладить прямую связь, потому что то, что происходило вот в эти буквально в последние там месяц, что в Узбекистане, что в Казахстане, это не налаженность системы, это понятно, что повлияло и пандемия, повлияла и погодные условия повлияли, но основной все-таки фактор это то, что не состыкована товаропроводящая система. В период межсезонья, когда у нас так и так необходима ранняя картошка, она, чтобы она издалека дорогая не шла, будет приходить из соседних государств, и таким образом мы сбалансируем ценообразование, сделаем его справедливым. Но по пути очень много преград, мы здесь договорились, что сформируем специальные агроэкспрессы, автопоезда и пробно провезем их до наших северных городов с тем, чтобы снять все препоны и дальше бизнес уже опять-таки без проблем проходил. И для этого мы должны наладить и систему стандартизации, сертификации, агроконсалтинг и ряд других направлений.